Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий сложил с себя полномочия. Повторно рассмотрев прошение о почислении его на покой по состоянию здоровья, Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил его. Отметим, что Евлогию исполнился уже 81 год. Преосвященным Владимирским и Суздальским главой Владимирской митрополии поручено быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону Емельянову с освобождением его от управления Новосибирской епархией.